Граждане, я понимаю ваше негодование. Обстановка в стране довольно накаленная. Не надо делать меня злобного диктатора. Надеюсь, вы сможете меня понять и встать на мое место. Да, я согласен, порой приходится действовать жесткой рукой. Но это для вашего же блага и для сохранения нашего экономического положения. Просто выполняйте свой координаты. Долг, и все у нас будет замечательно в ближайшее время. Спасибо за понимание. Всегда говорить с толпой. Только так ты можешь быть в безопасности. Ха. Интересная цитатка. Владян, да ты брось чушь эту читать. Слушай, у меня тут такая идейка. Короче, тебя как на работу отправят, ты сам же знаешь, тебе выдадут фонарик. Хрен знает, зачем его выдают. Но попробуй из этого фонарика вытащить одну батарейку и пронести незаметно. А я из этой батарейки сделаю зажигалку. Ха. Потом посидим, покурим. А ты уже 100 лет не курил. Ну чё скажешь? Эх, Гаврюха, Гаврюха. Деловой ты, деловой. А потом чё, меня из-за этой зажигалки к сроку прибавят? А оно мне надо, Гаврюх. Не, давай что-нибудь другое придумай. Эх, понятно всё. Кто из вас код 48? Ну это я. На выход. Ну все, Владян, удачи тебе. А ты, это, подумай, если что, над моим предложением. Ты хорошо продумал, слышишь? Ты когда на кухне будешь в следующий раз, ты фритюрницу в туз свой засунь и протащи. Мы с тобой картошки фри поедем. Батарейку ему через воровской карман принеси, да? Так. Не подходи близко. А то шо? Ля ты крыса, администрация, жалобную книгу мне сюда быстро. Так, ребят, давайте разбираться и смотреть, что это за игрулька. Называется Владик Брутал. Честно, без понятия, что это такое. Открыть дверь, кнопочку Е. Хорошо, нам сюда, ты так понимаю. Посмотрим, может одну серию запишем и в принципе на этом и закончим. Так. Кто? Хватит ныть. Заткни ебало. О, даже так. Да нехер дрыхнуть, дедуля. Я так понимаю, тут одни матюки будут. Здорово. А как бросить? Падла. Ах ты, все. Я ты крыса, падла. Все, ухожу. Честно, ухожу. Отстань. Заключенный, это тебя надо выпустить. Ну да. Сейчас разберусь, подожди. Давай. Так, это сюда. Давай быстрее да. Немножко. Понятненько, все поломано. Сломалась дверь. Так, заключенный, но я думаю, ты пролезешь. Ну конечно, куда я еще денусь? Так, что у нас тут закрыто, да? Да, закрыто. Идемте. Я так понимаю, нас сейчас будут вести на работу. Не нарушай правила. Хорошо, не буду. Что, мы что-то можем тут взять? О, на, держи, падла, все, ухожу, отстань. Даже пошутить нельзя. Ну давай, отворяй воротам. Так, а если я спрыгну, так же быстрее будет, правильно я понимаю? Ой, надеюсь, нам это ХП не пригодится в будущем. Так, ага, тут закрыто, значит нам в эту сторону. Ну сразу видно, диалоги прям тарантиновские, так что я думаю, будет интересно. Так, выходим. Ой, как красиво. А мне сюда пройти или нет? Мужчина, не нарушаю, все хорошо.
Не кричите на меня. Могу в чем-то кинуть в него? Нет, не могу. Жалко. Давай. Отворяй, собака. Все, шикарно. Побежали. Да, я держу. Да сейчас, блядь. А волшебное слово? Не пойду, пока мне не скажешь волшебное слово. Давай. Блин, а можно грузовик угнать, не? Ладно, я так понял, нельзя. Хорошо. Поехали. Да я угадаю, наверное, нас сейчас выведут на работу, и мы убегим, да, с вами? А нельзя никак отсюда выйти, не? Не, ничего не кликабельное. EF 1, 2, 3, R. Не. К сожалению, нельзя. Ты опять сюда звонишь. Смотрю, опять теракты происходят. Да не говори, заебали твари. А что у них там пикает? Мне интересно. Это типа они по рации разговаривают? Широкую на широкую. О, приехали, да? Все, бывает. Хорошо. Да, давай, пошли. Так, впускайте меня полностью. Интересно, чем мы будем здесь с вами заниматься таким интересным? Так, бонжур. Донде стала библиотека? Заключенный. Да. Под номером 48. Пройдите в пятый сектор. Не забудьте взять нужные предметы. Хорошо. Все необходимое заберите на столе для выдачи. Так, фонарик и дозиметр. Итак. У вас код 48. Сейчас подождите. Папиросим, ага. Жду. Вас зовут Владислав. Понятно. Вам выдали только фонарик и дозиметр? Ну хорошо, проходите в дверь, сейчас открою. Спасибо. Пошлите. Прежде чем пройти, я должен вас проверить на наличие оружия и прочих незаконных предметов. Подождите. Ты каким образом ты меня проверять будешь? А-а-а, даже так? Я думал, мизинчик будешь. Чистый. У вас ничего нету. Кроме засовывать. Фонарика, соответственно, можете проходить. Да, конечно, могу. Открывай. Спускайтесь вниз, вас там ждут. Хорошо. Ой, это мне не нравится. Явно мы отсюда просто так не сбежим с вами, да? Отправляйтесь к лифту. Вот это вот лифт. Ну, по идее, да. Раз зеленый магрит, значит, для нас. Все, поехали, ребят. Это что-то типа корпорация Umbrella, да? Ой, а видите? Летают стулья. Здравствуйте. А кто это здесь у нас отбросается? Давайте я тут положу его, и пусть лежит. Так, ну это для нас зеленым фонарики раскидано, чтобы мы понимали, куда идти. Правильно я понимаю? Так, что у нас здесь?
И садится ли у нас фонарик? Да, у фонарика тоже, я смотрю, есть заряд батареи. Интересно, опасно. Ну, раз опасно, подходить не будем. Это, походу, какая-то охлаждающая жидкость, да, я так понимаю. Если мы туда сейчас прыгнем, то будет конечная, да? Блин, хотелось бы проверить, ну ладно. Первый день на работе, не будем так поступать. Так, мужчина, куда мне идти? Вы мне не подскажете? Не, не подскажете, понял, извините. Хорошо, давай вниз. Профессор, а вы играли в игру Half-Life? Ну да, было дело. Что-то мне страшно, профессор. А вдруг, как в той игре, все пойдет не так? Ха, но мы же не такие дебилы. У нас все под контролем. Дебилы, блядь. Ну хорошо, профессор. Спасибо, что меня успокоили. Кто понял, про какую игру они говорили? Ну, напиши мне в комментарии. Начинаем подготовку к тестированию. Всем приготовиться. Заключенный под номером 4-8. Спускайтесь вниз и ждите дальнейших указаний. Ты чё, ёбнулась? Я туда не пойду. Может, ты сама сначала сходишь? Аля, подруга. Спускайтесь вниз, спускайтесь вниз. Ладно, давайте. Чё-то похоже смесь метро, сталкера, да? И всего остального. Прием. Слышно? Ага. Ага. Скажите, как вас? Как что? Так, Владислав, слушайте. Для начала, чтобы начать эксперимент, потяните рычаг АЗ-1. Так, рычаг АЗ-1, АЗ-4, АЗ-5. АЗ-1. Хорошо, давай. Превосходно, превосходно. Теперь потяните рычаг АЗ-2. А можно чуточку громче? Ни хера не слышно. АЗ-2, АЗ-2. Ага, понял. Потом АЗ-3, да, наверное? Хорошо. Потяните рычаг АЗ-3. АЗ-3, хорошо, давай. Потяните рычаг АЗ-4. А можно было нанять человека, у которого не было насморка? Который бы не гундосил бы. Проверяй, ребят, сейчас потяну и какая-то херня произойдет. Ну да, началось все. Как мне отсюда выйти? Так, алло, выпустите меня отсюда, пожалуйста. Ой. Жесть. Давай, как в день сурка, мы будем постоянно это проходить с вами. Пока мы не найдем выход. 12 часов спустя. Что за... Какого хера? Что произошло? Ебануло, блять, что произошло? Так, хорошо. О, монтировка. Шикарно. Бум. Хорошо. Спишь? Аля. Мужчина, спите. Так, ну, нам, походу, выходить отсюда нужно как-то выбираться. Только кудой. Так, подпрыгнуть. Подпрыгнуть. Ага. Это так не работает. Как мне отсюда выйти? Во, вижу, да? Хотя не. Хотя не вижу. Обманул, ребят. Так, АЗ-1, вы не хотите мне немножечко помочь? Алло, тут кто-то есть? Почему меня сюда не пускает? Что мне нужно? Нужно поцарапать это все, да?
Так, фонарик — это хорошо, но это единственное место, куда нас пускает. Куда нас пускает — единственное место. Только что нам это дает? Может, как-то наверх нужно? А ну? Ну, честно, без понятия, что тут нужно делать, ребят. Первый раз запускаю, так само, как и вы первый раз это смотрите. Может, у нас есть на буковку М карта, таб, F, E, T. Не. Ничего нету. Ну и все. В принципе, можно игру заканчивать. Дальше я не знаю, куда идти. Шикарно. Мы еще и застряли, да? Ну смотри, ну по логике сюда нужно идти. Но только меня сюда почему-то не пускает. Может, наверх вот так? По этим штукам? Да ты шуля. Ребят, смотри, нашел выход. Шикарно. Так, я не знаю, насколько мне хватит батареек. Так что давайте тратить сильно мы не будем. Говорит, мы же не дебилы, у нас не ёбнет. Ну да. Не ёбнуло, проверяем. Так, аптешка, да? Или что это? Блять! Ой! Ёб твой, испугал меня! А, это просто подходишь, забираешь, да? А что это за херень была? О, здорово! Как оно? Донде стали библиотеки? Так, ну сюда явно не пройти, наверное. Давай тут посмотрим. Так, хорошо. Что там? Думаешь? Да вроде все нормально. Я бы с радостью его покинул бы, если бы знал бы, куда мне его покидать. Ёб твою, мужчина. Таки извиняюсь, но... Ну прекращайте. Откройте. Так, ну мне ствол нужен, как минимум. А как брать эту штуку? Никак. Наверное, она автоматически в инвентарь будет падать, да, у нас? А, вот, что там мы крутим. Отлично, мы что-то с вами открутили. А, мы перекрыли с вами это, как его, топливо. Во, а вот и ствол, шикарно. Интересно, сколько у нас будет патрошков с вами. Так. Бонжур. Ой, какое неудобное здесь управление стрельбы. Бля, ты крыса! Бля, ты крыса какая. Так, мужчины, я таки извиняюсь, но я свой. Мозги. Мозги. Беги, Арчи, беги. За монолит. Мозги. Крушить. Все. Выход. А верните мне, пожалуйста, оружие. Ёбаный. Чё за хуй? Как менять оружие? Скажите, пожалуйста, как мне менять оружие? Жесть. Ну все, давай. Продолжить. Так они решили, мне все заново нужно будет начинать. Мозги крушить. Так, загрузить игру. Вот это вот, да? Ага, вот это вот самый опасный. А зачем мне столько патрошков, если они бесполезные? Падла.
Крушить. Мозги. Кто в сталкере играл, кто помнит? Мозги. За монолит. Что у нас тут есть? А как мне взять в руки арматуру? Колесико, мышка, нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Крушить. Так, тут нужно быть аккуратным, не наступить в эту колюшку. Спишь? Спит, походу. А ты? Ты тоже спишь. Хорошо, давай выбираться. Сейчас надо быть аккуратным. У меня здесь челики сейчас, да, попрут на нас. Падла. И аптечку с собой никак не взять, понимаешь? Ну хоть патрошков у нас много с вами. О, коктейль Молотова. Дольно достали библиотеки. Лови, падла. Так, а дай мне в руки ствол. Как мне стрелять? Алло, игра. 1, 2, 3, 5, 7. А, на кьюшку. Понял. Я просто привык, что на тап постоянно. А здесь на кьюшку. Хорошо. Здорово. Что вы тут? Да я пытаюсь. Пытаюсь, зайчик, пытаюсь. Не поверишь. Ну ты же видишь, что тут происходит. Жесть, вот он бат. Ого, это что такое? Ты серьезно? Мне придется с таким сражаться? Я на такое не подписывался. Это типа кровососа, ребята. Это кровосос, вы видели? Стал невидимым. Ты шо, коллаж, да, нашел? Вот это сейчас мы тут с вами раздадим. А можно чуточку быстрее? Не стесняйся, да. Да, шикарно. Боже, как. Стреляю прям как в пабге. Реально, стреляю прям как в пабге. Тихо-тихо, бегим. Все, до побачення. Ой, а куда бежать? Куда бежать? Так. Что это? А, что это за пиздюки? Мелкие. А, еще один. Что это за Бильбо Бэггинс? Так, хорошо, мы отсюда пришли, значит, по факту где-то тут должна быть кнопочка. Да, вот она. Внимание, лифт. Нарушитель. Бумага. Получи. Оружие, бумага. Так, значит, нам нужно возвращаться назад, правильно я понимаю? Ой. Так. Угу. Возвращаемся назад. Не-не-не, все, я ухожу, честно. Меня здесь больше нету. А тут коллиматор будет у меня, либо не будет? Падла. Все, тихонечко. Тихо, дай мне аптечку.
Ах ты крыса, помойная панда. Грёбаные кровососы. Так, центр. Центр, всем привет. Ёб твою, нет. Я опять. Я не туда прыгнул. Ребят, не прыгнули не туда. Ой, немножечки ты мой. Так, ну, кнопку мы нажали. Да, нажали, ладно. Попробуем просто пробежать, значит, это вот все безобразие. А почему оно не возрождается, не могу понять. Все-все-все, просто спите, ребят. Ребят, просто спите. Меня здесь нет, не-не-не, меня здесь нет, ты чего? Ёб твою, блядь. Дебил. О чем ты думал, дебил? С палочкой на меня напасть? Так, хорошо. Что нужно? Ты что делаешь, придурок? Тут так... Никого нету. Давай, 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 поехали отсюда. Говорю, поехали отсюда. Не, ну второй раз я сюда не прыгну. Это понятно. Может что-то нажать нужно? А, вот оно ж светится, все. Че я туплю? Бля, там еще и дробовик дали. Та, ты шо, то-то я опасный. Вот это я опасный, вот это я понимаю. Так, игра сохранена, хорошо. Нужно будет дробовик проверить на этих. Ёб твою. Ёб, меня зажали. Ребят, отпустите. Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Ёб твою. Дерьмо, а не дробовик. Просто дерьмище, а не дробовик. Все хорошо. Отлично. Идемте. Кажется, тут нужен аккумулятор. Думаешь? Какой именно? Поднять предмет. Вот это аккумулятор. Нет, это. Это аптечка. Хорошо, это мне не надо, это тоже мне не надо. Ни хера не вижу. Так, мне нужен аккумулятор. Хорошо, дай мне аккумулятор. И куда мне этот аккумулятор? И где мне его искать? Вот аккумулятор. Отлично. Потащили. Наверное, вот сюда, да? Да, отлично. Игра сохраняется. Ага. Сейчас опять будет бегать на нас. Да-да-да. Во-во-во-во-во-во, падлы. Боже, как оно лагает. Боже, где оптимизация? Где это все? Взяли самое лучшее, что было у сталкера, да, оптимизацию. Прикольно. Вот это я зажимаю. А жарю, у меня стрельба прям как в PUBG. В принципе, на уровне. Ну шо, долго ты заряжаться еще будешь? Или не? Ну давай быстрее думай что-то. Или все, или мы уже можем выйти. А, мы можем выйти уже. Все, шикарно.
Шикарно, шикарно. А я думал, там стоять нужно будет минут 40, пока оно зарядится. Вот это ты быстрый, слышь? Вот эти вот обнимашки ваши всякие. Ёб твою, блядь. Пиздец какой-то. А мы не можем все просто пробежать? Только не видишь, что как с чужого, да, на меня выпрыгнет какая-то хрень. Ну да. Слышь, топотун. Отстань, пожалуйста. Ой, ёб твою, блядь. Лови. Все. До побачення. Ага, мой ты пузанчик, да? Все, отстань, блядь. Где, кто? Не вижу, ни хера не вижу, ребят, все, уходим. Уходим. Операция педаль. Все, ребят, свои. Все хорошо. Я никуда, я сейчас приду, честно, сейчас приду. Все, до побачення. Ой, ёб твою, вы за мной? Готов к бою. Нормально. Парниша, дай выйду. Все, не. Моя ж ты зайка, ля. Кричит на дядю. Жесть какая-то. Все, мы выбрались. Только не упади, пожалуйста. Ага. Поневришь, а нам вниз нужно. Конечно, нам нужно мне сюда, я аккуратно посмотрю. Угу. И каким образом? Да, внимание. Ну как открывай дверь тогда, раз они повреждены? Я пытаюсь. Ну, единственный путь это вниз, я так понимаю, да? Или я что-то упускаю? Наверняка что-то упускаю, ладно. Ага, и как мне выжить? Кто мне скажет, как мне выжить? Никто мне не подскажет. Может, мы что-то с вами упустили? Может, реально мы что-то с вами упустили? Может, тут у нас парашют есть? Или мы с вами что-то не взяли? Хорошо, ну давай вон туда. Блин, мне надо было в этот пазить, наверное, в дырочку туда. Так. Загрузить игру. А где там дырочка, отверстие? Где там отверстие? С какой стороны? Ага, вот с этой. Согласен. Да, все гораздо проще, ля. Я же говорил. Так, а что у нас по поводу калаша? 45 патрушков, давай сюда. Давай сюда. Угу. И выходим на улицу, да? Так, а ну сейчас, ребят, сейчас, секундочку. Блин, знаете что, давайте, наверное, мы, если вам это зайдет, как говорится, вот это вот безобразие, в следующей серии уже продолжим. А первая будет вот такая вот коротенькая, согласны? Так что все, всем спасибо за просмотр. В следующей серии попробуем уже разобраться, что здесь вообще в принципе происходит.
Так что все. Всем пока-пока и до потом.